Поближе, Владимир. Товарищ сказал, что поддержали вас, смотрели в самые трудные для вас времена. А я хочу опровергнуть это. Да, точно. Я хочу сказать, что курсантские годы самые легкие. Во-первых, накормят, спать кладут, баню сводят. Накажут. Да. В угол пустят. Проверят, что все было чисто, все нормально, кругом был порядок. Не надо ни о чем заботиться. Ни о семье, ни о детях, санаторий, ни о питании, ни об одежде. В отпуск отправят. Увольнение, может быть, сходите. Это не от нас зависело уже. Поэтому я поддерживаю. Курсантские годы самые лучшие. И самое главное, что хорошее в курсантских годах, когда все впереди. Понимаете? А сейчас наше будущее уже, к сожалению, позади нас. Вот. И хочу сказать вам, чтобы вы довольствовались тем, что у вас есть. Приведу слова Омара Хайяма. Я долго ругал судьбу, что не имею я сапог, пока не встретил молодца, который был без ног. Так что довольствуйтесь, что у вас есть. И храните это, и берегите. Спасибо большое. Спасибо.